Добрый день. Сегодня мы покажем вам установку перемешивания продукта модели УП-200. Подъем опускания перемешивающего устройства механическое и основан на лебедке. Скорость вращения регулируется за счет потенциометра частотного преобразователя. По техническому заданию нами было установлено перемешивающее устройство рамного типа. Питание 220 Вольт. Потенциометр. Прибавляем скорость вращения. Механическая лебедка. Поднимаем. И необходимо опускаем. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго.